Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофи, Филиппин и Лерой. Сегодня мы будем играть в GTA 5 онлайн. Здрасте, мордасти. Здоровки. В общем-то, сегодня мы будем проходить потный скилл-тест на БМО. В смысле? Я застрял вот так. Я застрял тупо в воздухе, вы прикиньте, на секунд 5, наверное. Все, братан, я вообще чувствую название, я чувствую название, мастер левитации. Так что-то типа этого, наверное, да. В воздухе. Слышите, что за фигня, пацаны? Пацаны, вот, воздух, я просто, смотри, в воздухе застреваем, парни, парни, что за бред? Как вы прошли? Ой, спасибо, ой, спасибо. Так, отлично. А, тихо. Нет, сука! Блин, а там, смотрите, чекпоинт-то далеко как, а? Он очень мерзкий. Вроде бы, знаете, так близок, да, но тут... О-о-о, ничего себе. Ой, ну блин. Ничего себе, так. Ай, тише, 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 тише. Тут надо вообще аккуратно быть. Стой! О, чё? Чего? Прыгай, прыгай. Стой, 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 стой. Почему стой? Меня вообще просто взял велосипед и назад откатился? Так, у меня... на разгон. Надо разгон, Макс, стоп, надо. Давай. Оп. Быстро. Оп. Так что? Как ты это сделал? Детка. Как ты это сделал просто? Так, вот здесь я аккуратно. Да, я взял эту дичь, ура. Пацаны, поздравьте меня, подписывайтесь. Молодец. Так, я тоже сейчас, скорее всего, возьму. Ёб твою мать. Чё там такое, Макс? Я, конечно, сова, я типа летать умею. Но вот тут как летать на велосипеде, вот туда вот. А может быть тут шифт-тес какой-нибудь или такого бага нет? Я хз. Ну смотри, Диксон почти это сделал, Макс. Далеко! Я пытался, знаешь, Макс, я пытался, реально. Слушай, а если, может быть, тут есть какая-нибудь обходная система? Ой, он залез почти, чувак, там, Макс, парни, парни, как бы я тут, ну, тут лесенка вроде бы есть, по которой можно... Что? Подожди, подожди. Да, просто спускаемся вниз, там есть лесенка у соседнего здания, и просто по ней заезжаем, и все дела. Чё, как вам лайфхак? So good lifehack, man. Ой. Ясно, понятно. Поздравьте меня, поздравьте. Молодец. Взял первый чекпоинт. Так, не дам проехать. Ты чего, упал вниз? Ты вниз упал или что? А, стой, стой, блин. Парни, вы скажите, вы проехали это или нет? Нет, нет, брат. Нет, Максим, прости. Нет, блин, это очень мерзко, братка. Да, это я подставил. Отлично. Так, а не куда? Специально, у меня специально. Вот, что? Я просто подпрыгнул, у меня чел бросает мой этот, мой, мой байк и такой, типа, нет, я никуда не это. Так, что это было такое? Куда? Вот пошел. Давай. Тише, тише, тише. О, отлично. Макс, что это было у тебя? Ты просто у меня приземлился, я тебя откинул куда-то. Да куда ты? Снова вниз, да что ж такое-то? Это вообще, ребят, что мы сегодня включили такое? Ну не понимаю, потно очень. А куда я полетел? В какой? Тут какие-то баги, пацаны, я не знаю, какая магия здесь у нас, кто ее включает, как бы, да? Но я просто сейчас врезался во что-то и улетел. Так, кстати, 10-й чекпоинт уже, мне уже начинает нравиться более-менее. Ладно. Так, а что тут такое дальше у нас? А, ядрится в шины голове, а? Стой, стой. Так, я понял. Сейчас вот, ребят, просто решающий на самом деле момент, потому что, ну, как бы, мы проходим или нет. Москвич, но я, да? Чувствую, что как бы нет. Не, не Москвич, Калининград. Так, прыгай. А, тупой, ох, Марина, дрочина. Так, и мы это прошли. Спустя 12 минут мы взяли четвертый чекпоинт. Это прекрасно. Так, и чё, и куда? Запотел. А почему? А стоп, ускорение, оно ничего не делает здесь, что ли? Но если ты это ускорение берешь на прыжке, то нет. А, вот оно что. Беда, да, вот такая вот одна. Так. Большая такая. Здесь что, за чуваком будем ехать? Или как? Или что? Или... А, вот оно тут развернул. О, ну, надо, ну куда же ты едешь-то, а? Ладно, блин, вот тут надо сейчас выполнить вот такой вот разворот. Ну, тут есть такой лавхак, Вася. Я сделал же три обмана жизни. Можно, три обмана жизни, что? Три обмана жизни. Не, ну я тоже начал проходить. Прикол в том, что я просто беру иногда некоторые чекпоинты, подъезжаю к ним, и они берутся сами. А, ну это да, не, когда такое есть, не, когда таким можно воспользоваться, это правильно, таким надо пользоваться. А если тут бочком-то, а не, бочком. Ой, куда, пока.
Ой, куда пока? Ой, куда пока? Я к вам на минутку заскочил тут. Подписываемся на Филиппина, шутки, угары, приколы. Так, ой, куда чего пока? Это было такое? Я просто, я не знаю, 15 минут я прохожу, это пятый чекпоинт. Вот. Медитируем уже, да? Уже все, перешли на другой уровень, на уровень медитации. Сэн. Макс. Макс теперь начал заниматься карате. Чё только сегодня Макс не делает серию, а? Блин. Я просто угораю, веселимся, поздравляем, я тащер. Я 16 чекпоинтов уже взял из 18, так что, пацаны. Скоро ждите топ. Я наконец-то доехал до чекпоинта. Так, вот теперь вот сюда, по крышам, аккуратненько, ступай. И... Давай, давай, давай. Нет, нет, отлично! Нет, нет, пожалуйста, 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 отъедь, отъедь, отъедь. Блин, хорошо, как же сложно по этим крышам. Они все просто... Говнук! Нет! Так, я возьму здесь разгончик, вот если, я, конечно, короче, получится. Я, короче, коллегу поехал там помогать. Да, у меня все нормально, чёт. Нормально. Ну, почти. Ну, совсем маленькие, вот есть проблемочки такие, маленькие. Ух, совсем. Сколько туда подниматься, я не понимаю, долго там ли, вообще, не долго да, ли? Капец, я не знаю, минуты 5, наверное, поднимался. Минуты 5, по-русски. О, понять. Во, все, теперь взяли чекпоинт. Я минуты 5, кстати. Да? Да, да, там можно упасть. Да! Тише, тише. Она просто реально очень тонкая, вот эта тропинка такая, тропа, и как бы, блин, по ней проехать, это... Немножко тропа. Ой, вот тут направо немножко. Так, у нас что там дальше? Теперь сюда. И вот теперь, о, сюда, да, отлично, все, так. Здорово. Йоу. Ну йоу. Что, прошло 17 о. минут, и я прошел где-то почти половину. Это прекрасно. А как ты так ускоряешься быстрее на меня? Shift, на shift. What the fuck? Полетел. А, нет. Ну, но тут чекпоинт, он просто есть реально очень далеко находится. И тут, если ты допускаешь малейшую ошибку, то тебе все. Тут ГГБ, ЛГБ. О! Стопэ, стопэ, стопэ. О, все, Макс уже финишировал. Красавчик. Easy, easy, easy. Так, стой, 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 зацепить. Отлично, прекрасно, прекрасно. Не прыгай, ты кузнечик, куда ты так разбежался-то, а? Я хочу наблюдать за Олегом. Вот я просто хочу. Я не могу понять, что там Олежа за проблемы с. Е, все, не, но проблема с, но проблема с, пацаны. Е, все. Паркур не мог пройти. Так, аккуратно сейчас головкой. Головкой, головку. Но как я вообще притянулся? У тебя так на головке там черепашки какие-то, ниндзя или что? На головке. Далеко уехал, далеко уехал. Это вообще-то, как бы это, я забыл, как каска моя, да? Моя кастрюля, которая меня защищает от ударов, как бы, да? Нет, она не защищает. Она защищает, Макс, смотри. Вот сейчас она защитила тебя, нет? Вот, да. Так ты не врезался. Так а надо врезаться? Да, ну так а зачем кашку? Кашку. Кашку. Ставь лайк и съел кашу утром. Ой, так, и тут что надо? Тут, наверное, разгоны как-то подпрыгнуть. Понимаешь, если бы тебя смотрели американцы, они бы такие дизлайки тебе наставили. Я ел гамбургер, ты чё? Не, они... О, стой! Ну не, я не думаю, что они каждое утро едят гамбургеры. Не, у них там блинчики обычно, знаешь, такие. Я сразу все разом проходил. Так, смотри, прыжок. О, стой! Ну как? Ну как? Прыжок. Все, прыгай, прыжок. Да. Прыжок. Ну тут скорости было многовато, а ты переборщил. Ты по таймингу работаешь. Переборщил, так, с газком, Олег, просто немного. Там. В общем, ребят, я вообще не знаю, как долго мы уже это пытаемся пройти, но это потно, 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 потно. Лично для меня это очень потно. Но ща я покажу, как это проходится почти с первого раза. Вот, смотрите, первый прыжок проходит успешным образом, второй прыжок тоже, и третий тоже. Мы это прошли, я же ведь сказал, что мы это пройдем, но как бы да, ребят, это очень прекрасно, все супер. Все дела. И треть прыжок тоже. Так, стой, стой. Стой, стой, стой. Да! Мы это взяли! Я взял этот чекпоинт! Парни, это успех. За это, ребята, нужно похлопать. Нужно похлопать, понимаете? Я прям вот, давайте все просто в комментариях пишем: браво, белиссимо. Это реально, это прекрасно. 40 минут я, ну ладно, не 40, но почти 20 минут я стоял на этом месте. Я не знал, что у меня выходит не так. Я не понимал просто ничего, абсолютно ничего. Но я это прошел, потому что я приловчился как бы к этому. И, наконец-таки, я это одолел. Вот, ну это реально очень-очень жесткий. Вот. Блин, так, а ну там, в принципе, можно с земли взять, поэтому если я сейчас упаду и не проеду здесь, то... Так. Оп, 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 аккуратно. Так, здесь... А, здесь с этой стороны можно, да, объехать?
Так стой! Да куда же? Да ладно, тут можно объехать, как бы, на, я думаю, вот, вот тут вот так вот подпрыгнуть. Да, и мы взяли чекпоинт. Все, отлично. Заехали еще кому-то в магазинчик. Прекрасно, прекрасно. Кому-то в магазинчик. Ну а что? Так, здесь прыжок. Снова прыжки, здравствуйте, да. Так, я уже, ребят, достали эти прыжки тут. А, и тут снова можно взять этот чекпоинт с этой стороны. И опять кому-то в магазин. Прекрасно. Ой, так бы всегда эти чекпоинты брать. Это было бы, конечно, круто, но, блин. Я реально устал. 42 минуты. Так, и куда? Так. Дальше куда? Прыжок. Ну, об что ты, об забор просто ударился и умер. Нормально, бывает. О, ребята, я уже, честно говоря, в предвкушении, потому что я очень сильно хочу добраться до финиша, да, я уже, я надеюсь, что я близок, потому что, блин, ну, столько времени потеть, но, ну, должно быть как бы... Это да, это просто жесть, 43 минуты уже. Это да. Но я не сдаюсь. Не всегда так. Да, на мотопаркуре, да блин, последний мотопаркур у нас там, ну, 20 минут там, знаешь, что-нибудь, да, типа, да, такого. Велопаркур это вообще. Это велопаркур, ребята, это самый, наверное, не сложный паркур, как бы, я не знаю. Так, мы еще один чекпоинт взяли, это, конечно, здорово. Это да, это Красава. Так, а по времени, что у нас по времени, точнее, по чекпоинтам, сколько мне еще их осталось взять? Время уже не имеет значения. Но время-то да, да. А, 3 чекпоинта еще впереди, как бы, я думаю, что... Так, ну вот один чекпоинт я уже вижу, как бы, там, по идее, осталось до него доехать совсем немножко. Так, стой, только отлично. Конечно, чуть не взяли его, но нормально. Самое главное взять чекпоинт. Неважно как, самое главное просто его взять. Так, давай. Здесь, ну, стой. Так, восклицательные знаки уже пошли, это меня радует. Вот, и, о, да. Ты уже близок, Олег. Я знаю, что я уже близок. Так, близок. Здесь поднем. А, так, нет, пропущу тебя значок, я потому даже что... слов нет просто описать, насколько близок. Отлично, все, едем дальше. Так, давай быстрее. А тут что, каждый этот восклицательный знак пропускать мне придется или что? Да, лови тайминг, по можно таймингу. Можно проехать, кстати. Быстро. Ну я что-то не, у меня пока быстро не получается проезжать тут, хотя... Так, быстрее. Не получается пока что, Сколько там этих восклицательных знаков, куча, вы что? И перед каждым нужно будет останавливаться, блин. Нет. Я не хочу останавливаться. Так, вот, едем. Хотя бы двоечку переедем. А, нет, ну тут остановлюсь, а то еще скинет. А следующий чекпоинт, он чисто наверху, да? То есть, если ты падаешь, то все. Блин, фигово, на самом деле. Я тебе скажу так, что после того, как ты это все пройдешь, так, сверху будет узкая такая небольшая, типа, веревка, по которой надо проехать. Так. Если ты не проедешь и упадешь, тебе заново надо будет подниматься. Да ладно! Да. Подожди, Макс, а ты падал или нет? Нет. Или ты проехал? Красава, красава. Не, я сразу проехал. Так, ну это будет жесткий, короче, челлендж такой. Ну ладно, пока поднимаемся, пока хорошо все идет. Но это пока, чувствую, я еще столько ошибок допущу впереди, поэтому, ребята, все 45 минут превратятся в 1.5 часа, а после 1.5 часов уже будет там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там кто-то упал, алё, или что, нет? Я не знаю, но я пока еще держусь, я пока... А, это птица летает или Лерой гладит? По-моему, это, скорее всего, это Лерой. Это птица, это самолет? Нет, это Лерой. Да. И он опять гладит. Опять гладит, блин. Ну, я, кстати, почти поднялся. Это вот радует. Меня вот радует. Так, и... Вот сейчас тормози, брат, потому о, что... О, вот ты про это говорил, да, Макс? Личное дело. Убери капслок. Напряженный момент. Я прям, пацаны, опасно, очень опасно, я прям нервничаю, капец. Давай, потей. Чувствую, парни, это хорошим ничем не закончится. Все, пока, ребята, все, пока, просто. Просто лол. Это топ. Это просто воу! Там миллиметр задел этот восклицательный знак, мой велосипед! Миллиметр, Карл! Я, вот знаешь, нет, вот если бы, Макс, на самом деле, ты не говорил, что как бы чекпоинтов нет, то я бы даже не подумал, наверное, об этом, и как бы у меня не было такого страха перед этим. А только, да, знаешь, когда страх есть перед чем-то, ты, наоборот, больше себя накручиваешь, страх, как бы. Блин, взял бы, проехал, мне вот было бы пофигу, на самом деле, отвечаю. Ты верного человека, Олег. Да, сейчас мы быстро поднимемся, как бы тут очень быстро такой. Я тем более вроде бы нормальный тайминг такой словил. Так, ребята, мы продолжаем. Мы доехали до конца, снова до сюда. Вот так. А кстати, если я просто поеду прямо, то я, по идее, проезжаю.
Смотрите, просто да. Будь аккуратен. Да, я проехал, это было все легко и просто. Смотрите, теперь мы делаем прыжок, еще один прыжок, и впереди чекпоинт, который мы очень легко даже подбираем. Так, а здесь что у нас такое? А здесь просто у нас такой огромный склон. Друзья, а где финиш? А, финиш там впереди, да? Но я думаю, что здесь уже... Давай, давай, разгон, разгон больше на шифте. Давай, оп. Так. Аккуратно, давай, 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 давай. Отлично. Так, а здесь типа подъем или что? Да, просто подъем. Это финишная прямая, наконец-то. А, подождите, тут прыжками нужно или что? Потому что по-другому у меня не получается. Он просто едет. Что-то как-то очень смешно я поднимаюсь, на самом деле. Мне нравятся очень сильно мои движения, которые я выполняю, как бы при этом. Ты заценил, да, как ускорение тебе помогает? Ускорение просто топ. Что бы я делал без него, вот правда не знаю. Я чуть не упал. Ну а как бы финиш, ребята. Че это было вообще такое? Просто перед глазами пронесся. В общем, ребята, это финиш. И наконец-таки мы это все сделали. В общем-то, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы реально старались очень долго, мы потели очень долго. И надеюсь, вам это понравилось. И надеюсь, вы, ребята, поставите сегодня очень-очень много лайков, потому что прошло 50 минут, и мы закончили только сейчас. Вот, ну все, с вами были, как всегда, Кофи, Филиппины и Лерой. Не забывайте подписываться на все наши каналы и ставить жирненькие пальцы вверх, и комментировать ролики, и также колокольчики там внизу как бы нажимать. Вот, всем пока-пока. Адьос, амигос, гайс. До свидания.